Мы едем в машине с моей бывшей девушкой, и она мне показывает участниц «Холостяка». А я не смотрел никогда «Холостяк». Она мне показывает участниц «Холостяка» и говорит, кто для тебя самая красивая. А я такой, знаешь, я не знаю. Такой, я, знаешь, в своих там делах туда-сюда. И она мне показывает, ну посмотри реально, кто. Я вот говорю, ну вот это вот Адель. Она была участницей «Холостяка», к сожалению. Ну и прикинь, так получается, что моя бывшая девушка была подписана на Адель там, насколько я знаю, комментила ей фотки, лайкала ее. И потом она видит меня с ней. А познакомились мы как с Адель. Я ей просто записываю видео. Вот просто первое сообщение. Через директ познакомились. Я ей просто записываю сообщение. Еду в этом, в Майбахе. И просто отправляю это видео. И она через 10 минут отправляет ржущие смайлики. И я ей, короче, голосовым записываю. Слушай, я тут увидел 300 метров от вас. Хочет познакомиться. Думаю, дай напишу аккуратно. И прям таким голосом брутальным.